Третьеклассница Полина Батукова – одна из тех ребят, кто изобразил в рисунке День Победы и подготовил стихотворение. В свои 9 лет девочка сумела прочувствовать то, что испытали ее сверстники во время войны. Солдат, солдат, что, если б дочка твоя вот так же здесь легла, и это маленькое сердце разбито пулею твоей? Ты человек, не просто немец, но ты ведь зверь среди людей. А что ты хотела своим рисунком рассказать? Я хотела рассказать, сколько много потерь принесла война. И сейчас мы живем в мире спокойном, и нет войны. Впервые в Ленинском УВД к 9 мая подготовили праздник для ветеранов силами не только сотрудников, но и их детей. Каждый желающий изобразил в рисунке праздник Победы, рассказал выученное стихотворение. Видновский бард Геннадий Чесноков исполнил несколько песен. Концерт получился импровизированный, но душевный. Я хочу вам рассказать про город свой. Он соседствует с великою Москвой. Вырос он на левом берегу реки, ее пиццей когда-то нарекли. На празднике присутствовали ветераны Михаил Степанович Сидоров и Михаил Максимович Аксенов. Для обоих День Победы – главный праздник. Это вот праздник самый великий, самый большой праздник у всего народа, можно сказать, не только Советского Союза, но всего мира. Приглашают на все мероприятия, которые связаны с замечательными датами этой службы. Для меня это очень волнует и радует, что мы заслужили и дожили до такого времени. Ветеранов попросили вручить ребятам подарки за участие в конкурсе рисунков, а те, в свою очередь, дарили почетным гостям цветы. От Управления внутренних дел ветераны также получили хорошие подарки, а напоследок сделали снимок на память. Организаторы праздника решили и впредь привлекать к участию в таких мероприятиях детей, отметив пользу в этом для всех. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.